Это гаубица. Убийца танков из 152. Ну, делали, да, видишь? Броню какой-то газорезкой так. Ну, Мирон, все. Ну, я говорю, просто как делали броню этот металл. Я вот так, вот он танк. Да, 152. Да, я думаю, если попал. По идее, вот броня, а вот крутая. Да, вся маска пробивается легко. Ну, там где? Ну вот, видишь, где? Вот, вот. Вот, видишь, видишь. Брат, на самом деле, не факт, там могли бы камеры лететь. Да нет, вот, вот она мягкая. Легко могли бы камеры лететь. Не, ну это каверны литья все. Да не, ну что это за каверны такие? Ну что за вот такой полный огонь был? Ну вот, видишь, чик-чик, вот у нас. Это просто обстреливали пульками обычными. Думаю, вот видишь черкаш. Прошел. Я думаю, что это каверны литья. Ни хера, вот пульки. Ну, посмотри башню Д-34. Вот стоя башня. Это вся неровная. Вся каверна литья все. Ну это каверны, а тут видишь выбоины. Вот, видишь, что-то плюхнулось такое. Вот, вот. Вот, видишь, тиркат. Нет, это все не пятый. Он что-то шел, посмотрим. Ну что, обстреливался. Не помню, где он-то, в Москве были. Там, говорю, нового Иерусалима стоят памятники. Там русская, немецкая, тайная техника, с реальными сюда не пробить, понятно. Пазмыми, там, не пазмыми. Там такую мощную картину по пробитию. А зачем они их разновидности? Ну этот такой, у него дуло больше. Этот другой. Это легкий. Танк они катался достаточно быстро. А, был по скорости у них, был, да? Был достаточно увертливый, мог пройти по болотистой местности. Вот. Вот она, например, пушка. Узла вот такие удобные, короче. Пробивная, да? Много. Такого нету, полагаю, ну, покаталась она медленно. Градусов, да? А вот эти? Самолеты сбивали? Это более поздняя версия. Вот это вот 44-й, это более поздняя версия вот этого вот танчика. А вот та дальняя, это более легкая версия вот этого танчика. О, ничего себе, как все оказывается. Ну это вот это гаубица, самоходная. Это там. То есть они очень сильно бронированы, у них слой брони, смотри какой. Не подходи, я снимаю. Вот, видишь, смотри. Угу. А тут даже видно, да, вот. Лен, смотри, какой слой. Лобовой броня. Как называется лобовая броня? Смотри, какой слой. В ладонь толщиной. Представляешь? Прикинь, до тебя такой едет. А, что делать?